С вами снова Диана, и это первый влог, который я наконец-то снимаю. Я не знаю, почему я этого не делала, но давайте не будем задавать такие глупые вопросы. Сегодня очень exciting day. Я разучилась разговаривать по-русски за это время, пока я не снимала. Да, сегодня очень волнующий день для меня, потому что 6 ноября, если кто не знает, сегодня выходит коллекция Александра Вэнь в H&M. Я безумно рада этому. Почему? Потому что Александр Вэнь очень такой дорогой дизайнер для меня, по крайней мере. Поэтому, да, это очень классно, что он сделал the collaboration с H&M, которая очень даже дешевая компания. Так что я сейчас быстренько соберусь и побегу в свой универмаг, не знаю, как он называется, department store, в общем, и наберу, надеюсь, много чего, потому что я смотрела коллекцию, и хотя это немножко не мой стиль, более такой classy, but edgy, не знаю, я даже не знаю, какой мой стиль, в общем, это немножко, он спортивный, спортивная коллекция у него, и я не знаю, насколько она мне понравится, но те вещи, которые я уже смотрела, мне безумно приглянулись, и да, в общем, очень много вещей, которые мне нужно купить, поэтому да, заряжу свой телефон, потому что буду снимать влог для вас, и побегу. Каково мое перевоплощение? Теперь я более-менее похожа на человека. На мне skinny jeans, New Balance кроссовки, футболка из Adidas и мамина кожаная куртка. Так что да, я очень рада этому дню. Все будет очень шикарно. Вообще, я должна была пойти туда и купить подарки для моих подружек, но потом я вспомнила, что там будет коллекция. Ну, хотя я даже не уверена, что она там будет. Я надеюсь, что она там будет, потому что там есть магазин H&M, но не во всех этих магазинах может попасться эта коллекция, потому что они рассылают только в отдельные какие-то магазины, я не знаю, какие именно. Поэтому вот. Попала в глаз, и он сильно очень чешется. Сейчас поехала вот сюда, в Шинсеге, самый большой центр, как это сказать, department store, в общем, самый большой department store в мире. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса, можете погуглить насчет этого. И да, вход выглядит вот так, и я туда захожу. Нельзя снимать, как бы, поэтому вы видите только мои ножки. Так, сюда. Везде тут скидки очень манят меня, но я направляюсь только в H&M, потому что я именно за этим пришла, ну, конечно, за подарками. Но как он магазин этот на 4-м этаже, а все остальное на первом, мне нужно сходить вверх, значит. Так, идем дальше. Видите это? Я это вижу. О, господи, о, как же я тут хочу все. Побежала. Строилась сейчас, ребят. Я пришла, не могла найти секцию, где они продают его одежду. И да, не обращайте внимания на эту штуку. И потом я спросила, где коллекция Александра. Ой. Мне сказали... Мы очень много чего продали и много чего нет, но вот все, что осталось. Все, что осталось, было либо слишком дорогое, либо там не было моего размера. Вообще, наверное, и то, и другое. И просто я очень расстроилась. Я купила обычные базовые две майки, черную и белую, и они мне обошлись немного дорого. Немного, а дорого, потому что как бы я никогда в жизни не купила такие дорогие майки, простые обычные майки. Но я как бы решила, что... Нужно мне их купить, потому что иначе я буду очень сильно расстроена. Потому что я очень ждала эту коллекцию, а в итоге
ничего не купила. Ну как ничего, там не было размера обуви, которую я очень долго смотрела, там не было размера, там не было свитшотов, которые я очень хотела, я их просто, я безумно их хотела. И главное, там остались эти два на манекене, мне интересно, что они с ними сделают, конечно, но, видимо, они не под продажу будут. Ну, в общем, я очень расстроилась, что-то. Поэтому я компенсирую свою грусть кофе, и надо бы купить подружкам подарки, так что да. Я вам хочу сказать, ребят, я расстроилась, очень сильно расстроилась, но у меня теперь есть кружка Starbucks, еще одна, потому что я лояльна к этому бренду, не знаю почему. Они все делают великолепный кофе, и мне нравятся их штучки. Тем более, она поднимает как-то мое новогоднее настроение, и я очень хотела этот стаканчик, чтобы пить что-нибудь теплое в школе, потому что там очень холодно. Так что да, я сейчас пойду домой, кину вещи и пойду в Starbucks опять, в другой, где я очень люблю сидеть. Пойду, там будут мои одноклассницы и девочки с моей школы вообще, и мы будем общаться, болтать и делать уроки, но на самом деле не делать уроки, так что да. Поехали. Что происходит за кадром моего инстаграма? Так что да, мне дали вот такой огромный пакет, кстати. Я вам говорила про него, не знаю, нет, наверное, нет. Ну, в общем, он гораздо больше моего тела, не знаю, почему мне его дали, но как бы им нужно было это делать. Это мне дали в подарок, что, в принципе, хорошо, потому что я люблю такие сумки, потому что сейчас я мне занимаюсь спортом очень много, мне нужна такая, как бы, чтобы свою форму там носить и быть крутой, типа Александр Вэнгел. Окей. Вот тут две вешалочки, которые мне тоже дали вместе с вещами, которые я купила, потому что тоже принято так. И тут написано Александр Вэнг. Не знаю, видите ли вы это или нет. Наверное, нет. Ладно. И тут две обычные майки, которые я могла бы купить. Ну вот, где угодно. Ну вот, так вот вышло. К сожалению. Там написано Wayne, по-моему. Потихонечку, аккуратненько так. Нет, не знаю, что там написано, если честно. Ладно. Ну да, по крайней мере, хорошее качество. Как бы, вот меня только радует. А так, было очень дорого это все. И я просто это купила, чтобы как-то себя... Я иду... Starbucks, с кружкой Старбакса и с моим шарфом, как он называется, не знаю. В общем, иду я туда, там очень красиво, ну как красиво, там очень так спокойно, знаете, я люблю кафе с атмосферой, вот. И да, я сейчас взяла с собой рюкзак со школы, и, в общем, пойду заниматься. Ну, больше не заниматься, конечно, а разговаривать, потому что... Четверг вообще, это как вторая пятница. Так что я себя чувствую очень сейчас свободно, знаете, расслабленно. Мне это безумно нравится. Действительно. Я не знаю, что. Я вообще хочу, ну вот, я хочу. Я хочу мини-купер. Ну что ж, ребятки, я только вернулась с Старбакса с пустым моим стаканчиком. Ничего не сделала, поболтала. И все это было очень мило. Возвращаюсь домой. Ребятки, я уже в кровати, передо мной мой ноутбук. И, кстати, посмотрите мою клавиатуру. Я купила эти наклейки на eBay. Мне особенно нравится тут космос, все, что я люблю. Так вот, да, это был мой влог. Я надеюсь, вам что-то понравилось. Хотя ничего не было. Я рисовала деревце на моей руке, да, не обращайте внимания. Я буду редактировать этот влог сейчас и доделывать свои уроки. Может быть, даже не буду их доделывать. Посмотрим. Так что да, я вас очень сильно люблю и всего вам хорошего. Не знаю, буду ли снимать завтра, потому что в основном это пятница, это для меня тренировка по баскетболу и потом кровать весь оставшийся день. Так что увидим, посмотрим, не знаю. Ладно, пока.